Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим послание духов рода 25 числа, что хотят передать вам. Давайте смотреть. Всем спасибо за теплые слова, комментарии. Кто первый раз, ищем карту рода и смотрим близлежащие карты. Что хотят передать духи вашего рода? Передать, предупредить, подсказать. Это не на сегодняшний день, а сегодня. Это может пригодиться и спустя какой-то и период времени. Вот сколько кому-то пришло здесь пройти, да? Так, здесь. Ну, смотрите, у кого-то в отношениях препятствия благодаря какой-то змее, связаны с супружескими отношениями, с союзом с каким-то. Тупик. Но этот тупик, вы как выходите из него? Отторжение, окончание вот этих всех препятствий и тупиков. Такое, знаете, предвыходное состояние. Так, посмотрим, что здесь. Третье лицо, как закрыто, новый путь, карта вода. Кому-то, как я и говорила уже, карта вода выпадает. Стоите перед душем, представляете, как уходит все, где слив, и с вас это все черное, какой-то негатив. Понимаете, это не обязательно может быть какая-то прям черная магия, там кто-то на вас делает. Это может быть много вещей, которые могут прилипать. И завистливые взгляды, и пожелания какие-то, и на работе вы можете. Да, кто-то вас там провампирит. Поэтому тут ситуаций очень много-много разных. Класс, унижение, наказание, привязка, род. Ну, смотрите, у кого-то здесь были сглаз, карта и привязка. Как привязки какие-то делали на благополучие, отток вашего благополучия, уход вашего благополучия к третьим, возможно, лицам. Там карта змея, которая вы уже сейчас как отторжение идет. Ну, смотрите, здесь ждет наказание, карта сглаз, унижение, наказание. Наказание за какие-то нехорошие дела по отношению к вам. Здесь, знаете, как род и работа. Ваш род уже трудится над этим, убирает это все. Возможно, это да, за вашей спиной, вы не знаете об этом. А здесь, смотрите, вы идете. Карта клевер, карта воздух, инициатива. Больше бывайте на свежем воздухе. Не сидите, знаете, как вот сложа руки. Какую-то проявляйте, какую-то инициативу, чтобы добиться своей удачи. У вас как дороги, знаете, открыто. Все, вот карта воздух вам. Зеленый свет на принятие каких-то решений, на что-то, на какие-то свои, да, дела, может быть, которые вы сейчас задумали, что-то вот решили. Знаете, открыты дороги. А вот это, смотрите, это уже как отходит. Какой-то негатив от вас. Здесь очень хорошие карты вышли. Говорят, работайте, принимайте решения, действуйте, не сидите. Здесь работа принесет вам благополучие. И больше бывайте на свежем воздухе. Карта воздух. Проветривайте помещения, рабочие места. Кто-то найдет здесь работу. Если кто-то без работы, говорят, что ищите, найдете, все будет хорошо здесь. А вот здесь, вот, конечно,
наказание идет людей, которые вам, ну, вредили. Каждый там расклады общие. Да, это может быть зависть, это может быть зависть вашему благополучию. И как может привязки какие-то делали. Ну, смотрите, я не буду в этом разбираться. Здесь за какие-то нехорошие дела идет, четко говорится, наказание. Эти люди будут в униженном состоянии в каком-то. А у вас все хорошо. У кого-то работа на воздухе будет. Вот такой был сегодня расклад. Всем вам доброго. Вот это вам послание сегодня, 25.10. Всем вам доброго. До следующих видео.